Всем доброе утро, девочки. Так, начинаем делать макияж. Сегодня я хочу сделать макияж такой палеткой от Ranassi. Палетка Matte Professional. Я покупала ее в Турции. Очень бюджетная такая палеточка. Я выбрала, потому что я люблю очень серые тона. Ну и тут коричневые. То есть тоже все неплохо. Есть где разгуляться. Так, и будем использовать тоже, наверное, скорее всего, серый карандаш от Essence. На глаза я нанесу средство. Так, чуть-чуть. Корректор от Erborian. Он у меня уже заканчивается, такой стик в карандашике. Хочу купить еще, потому что такая уходовая косметика у них, ну то есть она не уходовая, но содержится очень много там в составе ухаживающих каких-то компонентов. То есть она декоративная, но прям он тает на коже. Вот, я его очень люблю. Но он не бюджетный, так скажем. Так, для бровей. Значит, сейчас будем рисовать бровки. Я думаю, мы будем рисовать тенями. Так, я вот так припудриваю сразу эту зону. Так, вот тут. В данной палетке представлены два цвета, да, для бровей. Но вот этот мне темный, это мне рыжий. Поэтому я чуть-чуть делаю такой, не то что нейтральный, но беру и отсюда рисую. Вот сделала я цвет, и теперь Vivienne Sabo у меня постоянно это тушь для бровей, другой я даже и, честно говоря, никогда не красилась. Либо я тенями красилась, а потом на это средство вышло. Просто мне везде казалась очень широкая кисточка. А тут она тонюсенькая. Очень удобно. Так, вот такие брови у нас. И переходим. Уже на веках впитался консилер. Переходим к этой палетке. Хочу белый. Здесь хочу светло-серый. А здесь темно-серый. Посмотрим, что выйдет. Хотеть, так сказать. Она пылит, да. Ну, что делать? Хотеть, так сказать, не вредно. Так, вот пушистой кисточкой она не очень набирается. А если сделать спонжиком? На спонжике. Вот, на спонжике получше. Со спонжиком. Серый оттенок. Тоже продолжу я делать спонжиком. Ну, буквально чуть-чуть. Даже в середину я не могу его положить, потому что он очень такой нежный этот. Серый, этим же серым я буду в складку. Положу его так. И сейчас мы сделаем стрелочку. Ну, я ее растушую, эту стрелочку, серым карандашиком. Так. Вот у меня тут стерлось, я не вижу ни номера, просто серый карандаш от Evelyn.
втором глазике и чуть-чуть выведу. Совсем чуть-чуть. Такой здесь наконечник есть, такой спонж очень твердый. И второй глазик. Так, и теперь я чуть-чуть вывела стрелочку. И теперь дублируем любым темным оттенком. Вот такая у меня есть тоненькая кисточка. Лишнее уберем. Вводим чуть-чуть стрелку. Не знаю, потоньше, подлиннее. Кому как нравится. Я сначала ставлю прямо около ресничного края. Очень, кстати, удобная кисточка. Покупала ее в... Это фирма Valery. Покупала в улыбке радуги. Посмотрите, здесь с этой стороны какая кисточка тоненькая. И она такая упругая. То есть ей можно прям рисовать как карандашом. Вот. И здесь очень тоже упругая и такая ровная кисточка. То есть можно вот так поставить, и будет как будто бы прибивающими движениями. Беру уже маленькую кисточку и голубыми тенями растушевываю. У меня нависшее веко, ну, я так думаю. А вот, и складочку, я всегда складочку берем такой более, мы уже им накладывали. Вот так чуть-чуть туда вывожу. Сделаю такой полутень. Можно усилить, если кто-то хочет сделать поглубже глаза такие. Кому-то можно остановиться. Так, сейчас я подкрашу реснички тушью от Vivienne Sabo Cabaret Premier. Вот, и вернусь. Глаза у нас готовы. Берем наше тональное средство и наносим. Наносить я, наверное, буду пальчиками этот раз. Я как-то наносила спонжиком. Потому что лишний вот этот блеск, хайлайтер, мне он не нужен совершенно. А тут его достаточно много. Так что если не хотите, чтобы у вас блестело слишком... Ну, хотя он как-то приглушается, вот когда я наношу пудру. И получается, что светится лицо как будто бы изнутри. Так, ну, он так перекрывает чуть-чуть, но я думаю, достаточно. Так, теперь мы берем кисточку пушистую и припудрим. Ну, я даю ему чуть-чуть осесть. Вот. Сейчас я пока что он впитывается, покажу, какие мы будем использовать продукты на губы. Значит, первое — это помадка Essence от Essence 0302. Вот такая она бежевого цвета. Очень увлажняющая. Так. И два карандашика. Будем растушевывать границы. Один от Catrice, такого серо-бежевого цвета. Я не знаю, но вот такой он сероватого цвета. Вот видите? Вот он светленький. Достаточно. И более насыщенный у меня от Beauty Bomb 04. Явный.
Поэтому я сначала буду наносить этот потемней, вот посветлей, потом растушевывать, как бы перемешивать с темным. Вот, ну и потом помадка. Ну что, приступим. Уже чуть-чуть впитался крем. Ну вот, буквально чуть-чуть пудрочки. Что я пудру, видите, она совершенно, пудра совершенно полупрозрачная. Поэтому я и накладываю ее много, если кому-то покажется много. Это такая пудра, не я такая. Так, и бронзер у нас сегодня от Catrice в оттенке 010. Так, он с шиммером, прекрасный. Я уже второй раз его покупаю. Но, по-моему, даже и в первый в этот раз у меня крышечка сразу отпала. Вот, да, многие бьюти-блогеры, не только я, бухгалтер, но и настоящие бьюти-блогеры говорят, что очень хлипкая крышечка. Так, не забываем про шею. У меня она белая. Так, и переходим к губам. Так, я чуть-чуть контур губ. Так, перекрываю легким каким-нибудь консилером. Это у меня от Литуаль. Очень такой легенький консилер. Кисточкой. Он прям сам тает на губах. Ну что, начинаем с Катрис. Я захожу этим карандашом за контур, потому что он имеет оттенок и цвет прямо моих губ. То есть он не виден, можно так сказать. Так, теперь беру потемней Beauty Bomb. Делаю цвет более насыщенным. Опять растушевываю Катрис. Чуть-чуть я не так его почистила. Уже видите, маленький становится. Так, и помадка от Essence. Она такая увлажняющая. Вот, макияж готов. Сейчас я уложу прическу еще волосы. Вот, и покажу вам свой аутфит. Почему я выбрала сегодня серый макияж. Оставайтесь Ну со мной. что, девочки, вот такой макияж у меня вышел. Это как бы при дневном свете. Тут еще лампа стоит, но она в другую сторону повернута. Вот. Давайте посмотрим мой аутфит. Подходит ли мой макияж? Довольно-таки такие стрелки и густо накрашены ресницы. Вот мой макияж. Значит, у меня такая маечка из US Polo. Покупала я в Турции. И вот такая рубашечка. Но я очень удивилась, потому что она здесь сшита. То есть это как... Я ее, в принципе, брала, ну, наверх вот этой майки. Сейчас я ее одену, надену. Тоже ее из пола. То есть она, я так понимаю, не должна застегиваться. Такие рукавчики с резиночкой. Очень легкая рубашечка. То есть вот у нас жарко. Но она как бы, чтобы в маечке не ходить, в таком уже возрасте, да, так скажем. Вот видите, вот тут они, эти завязочки такие непринужденные. Ну, то есть я даже ничего не затушиваю практически. Ну, можно. Вот, то есть она предполагает как бы не застегиваться, грубо говоря, да, так наискосок лежит. Ну, не наискосок, а на плечике. Вот такой у меня сегодня рабочий аутфит.
Бухгалтер, работающий в офисе, вот, где ходят люди, да, где есть там мужчина, чтобы не оголять. Ну, не знаю, может быть, мне будет жарко, потому что она довольно-таки такая. Ну, мне сейчас уже дома жарко, но у меня просто солнечная сторона. Так, не побоюсь надеть вот такие сережечки. Это от Сваровски. Я просто мечтала приобрести голубого цвета. Вот. Знаю, у меня два любимых цвета в украшениях. И вообще, видите, наверное, в макияже зеленый и голубой или серый. Вот, вложила я волосы сегодня прямо. Вы, наверное, можете заметить по моему каналу, что я очень часто делаю кучеряшки, потому что очень удобно. Вымыла голову, вот так пожамкала, и они сами ложатся. Иногда какие-то средства, иногда без средств. Но как бы один и тот же результат практически, вот, плюс-минус. И, конечно же, моя туалетная вода, не буду я ее не жалеть, не откладывать. Трезор Midnight Rose от Lancôme. Хочу еще какой-нибудь аромат от Lancôme. У меня много было, но как-то уже, по-моему, в магазинах не увидеть. Но пока буду использовать этот. Да, может быть, кому-то он покажется тяжеловатым, но мне вот сказали, что надо на плечики. И на затылок. Но я на волосы не хочу, говорят, не очень хорошо, как бы, не то, что портится, это же все-таки этот спирт. Вот, ну. Я знаю, что на пульсирующие места надо аромат наносить. Вот, он шлейф очень такой оставляет за собой долгий. Вот, поэтому вот сегодня у меня такой аромат. Ну что, я желаю вам всем хорошего настроения, рабочего дня. Вот, вот такой макияж. Еще раз показываю. В принципе, очень подходит, очень легкий, вы сами видели. Вот так, под такой аутфит. Тут есть и синее, и голубое. Вот. Ну, всем пока. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь. Самое главное, чтобы всегда видеть меня. Всем пока.